девчонкам. Я только прошу тебя накормить Наташу, когда она проснется, и побыть с ней до 2 часов. А у меня есть дела поважнее. Ко мне староста класса придет. У меня заседание. Ну, хорошо. Тогда я не поеду снимать дачу. И мы все лето будем жить в городе. О. Ну, мам, ну что я должен целый день с ней сидеть? Нет, я же тебе говорю, что к 2 часам вернется Ариша. Елена, и меня? Как, вы еще не ушли? Ушла, ну же, вы же видите. Ушла, Елена, я не Ариша, я же просила вас скорее. Собраться, ну же, Елена, я же у себя скорее. Учитесь, скорее. Ариша, только, пожалуйста, недолго. Недолго, зачем же долго? Зайду сейчас, вязать за газ, заплачу по безналичному расчету. Еще сделаю, с ментально мне нужно взять. В магазине не нужно. Ну, я пошла. Ну, ладно уж. Только чтобы река была обязательно, а не так, как в прошлом году. Юренька, кисель на столе. Наташа, сейчас же спи до 2 часов. Мама уехала, папы нет, Ариша выходная. Если ты до 2 часов пикнешь, я тебе голову оторву. Ладно. Спи спокойно, мой дружок, я куплю тебе флажок. Баю-баю-баю-бай, я куплю тебе флажок. Наконец-то. Знаешь, я хотел тебе свою собаку привезти, но она отдыхает. А где Нина? Нина, вон идет. Нина, Нина, иди скорее. Юра, ты плохо объяснил адрес. Если бы не Алеша, то я долго искала бы. Конечно. Ну, здравствуй. Здравствуй. Куда идти, сюда? Нет, 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 нет. А куда же? Идите сюда, идите, у меня есть часики с ножками. Юра, говори скорее, зачем ты нас позвал. Какое у тебя важное дело? А то мы с папой сегодня уезжаем в Крым, а мне еще нужно все уложить. Сейчас я расскажу. Алешка, не трогай коллекцию. У меня там еще новые марки не вклеены. Мне эта ерунда больше не интересует. Масса времени уходит на воспитание собаки. Прекрасный пес, замечательное чутье. Он сегодня такие номера выкидывал. Я хохотал. Прямо как грудной ребенок. Замолчи, я уж это 10 раз слышу. Мама! 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 Не обращайте внимания. Это наша дверь сюда так скидывает. Дело вот в чем, ребята. 5-й Б взял первенство по прыжкам. А я предлагаю организовать спасательную бригаду. А кого спасать? Как кого? Утопающих. Мама уехала. А еще выходная. Если я пикну, Юрка мне голову отойдет. Ну, блин, можно, но. Юра, кто это плачет? Ах, это соседская девчонка. Противная девчонка у соседей. Целые дни она ревет. Ой, мама. Мама, ты не хочешь маму.
Машенька, иди скорее. Ой, какие шарики красивые. Через 1-2 минуты слушайте передачу танцевальной музыки. Вот это. Ой, как хочется шарик. Раз, два, три. Дядя, дядя, красненький есть с петушком. Ну, давай два. Папа, купи шарик. Да, давай, выбирай, какой. Ты этот? Ты этот, вот. Держи. Папа. Ну, ну что же ты? Папа. Вот теперь улетел. На. Ну ладно, не плачь, не плачь, Димочка. Не плачь, мальчик, он немножко полетает и обратно прилетит. Давай его привяжем. Вот. Вот тебе, девочка, красненький. Спасибо. А давай домик построим. Дай мне сову, пожалуйста. Да велосипед. Я кому сказал? Я сказал. Иди. Сейчас домой велосипед. Говорит сама. Только я веду. Поехали. Вот платочек, выпей слезки. Отдай ему, дай ему. Браво. Да. Что получается? Известие. Ой, какой у тебя шар красивый. Дай подержать, я такой тоже очень люблю. Я сама его буду держать. Лучше побежали. Дети, 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 скорее сюда! Скорее, скорее, это правда! С сегодняшнего дня в Москве и Московской области установилась ясная солнечная погода без осадков. Девочка, побежали с нами, а то шарик промок. Побежали. Подводных лошадей не бывает. Нет, бывает. Вот подвод, а вот лошадь.
Нет, не бывает, не бывает. Нет, бывает, не бывает, не бывает. Тише, 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 тише. Сейчас мы пойдем переодеваться. А ты откуда взялась? Чья это девочка? У нее шар, она наша. Мы ее привели. Я ваша. Мама у тебя есть? Мама уехала, папе нет. А где ты живешь? Квартира 6. А какая улица? Звони два раза. Ну и адресочек. Ну, ребятки, идите переодеваться и девочку возьмите с собой. А мы сейчас все разберем. Это группа розыска пропавших детей из детского сада номер 20. Понимаете, к нам попала неизвестная девочка. Ребята привели ее с прогулки. Лет 5 на вид. Мать уехала, отца нет. Нет, не знает. Говорит, звонит два раза. Пришлет сотрудник? Хорошо, хорошо. Пришлите, пожалуйста. Я не хочу спать. Я только что встала. Я домой пойду. А потом придешь? Приду, иди и шар приноси. Подними меня. Вот я тебе скажу, он тебе голову оторвет. В чем дело? Вы чья? Я ваша. Моя? Нет, слушай, какое-то недоразумение. А где где ваши папа и мама? Папе нет. Мама уехала. Что это у вас там? Там? Кошка? Да. Можно я ее пойду посмотрю? Да, пожалуйста. Лисенька, кисюля, покажи твои лапочки. Нет, что за история? Ты уже выспалась? Я тебя сейчас помою. Нет, Аня. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где здесь заведующие? Пожалуйста, наверх. Спасибо. Вы из розыска? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пока я звонила вам по телефону, девочка куда-то исчезла. Как куда исчезла? Может быть, она на лестнице? Значит, будем вместе работать? Обязательно. Пойдем, молодежь. До свидания. Наташка, Наташка, вылезай сейчас. Thank you.
Ботинки есть новые. Давай сюда, а я пойду приведу собак. Давай сюда, она возьмет след. Ты думаешь, она правда найдет? Найдет, это ж ученый пес, будущая пограничная собака. На, держи. Ага, почуяла. Наступило лето, ну и что? Стало лето, ну и что? След, ищи. След, след, ну, ну что это? Она на всех лает. Вот она, вот она. Нет, это не она. Посмотри хорошенько, я тебе говорю, это она. Моя собака на всех не бросается. Я побегу ее искать. Не могла она далеко уйти? Никуда не годится твоя собака. Юрка, подожди! Сразу ж нельзя! Он же пес молодой! Бедный смех, ну представь себе, я его говорю, Неля Валерьяновна, когда я буду вихозная, я хочу аккуратно вихозной петь вихозная, а после вихозного пошу вихозная. Ну представь себе, а вот у меня муж аккуратно вихозной, и в голове станет, зачем мне будет вихозного петь вихозная? Плохо вихозная, Неля вихозная, вихозной, зачем я после вихозного буду вихозная? Хорошее дело. Не видали девочку в клетчатом платье? Нет, не видала. В клетчатом платье девочку не видели? Нет, мальчик, не видала. Ты здесь купаешься? Да-да, здесь. А ты чуть не поместишься. У тебя длинные ножки. Нет, я помещусь, понимаешь, я уже много раз помещался. А ноги куда? И ноги туда. Ну, полезай. Нет, нельзя, я же... Я тебя приму. Ну, я одетый в туфлю, понимаешь, нельзя. Ну, а ты с тобой ладиться не будешь. Нет, ну, я сюда ну, немножко примерю, конечно. Ну, вот. Ну, видишь, вот. Нет, ты был бы, когда ты плаваешь. Тут не плавают, тут лежат. Нет, плавают. Ну да, ну, ну понимаешь, вот, вот так вот, так, вот так вот, так вот, ручки. А ноги куда? Они туда, ну, все. Ну, ножки, ножки, вот, ножки, ну, вот ножки. Тут, вот, да. Ну, ложись. Тут влажно. Все, кто? Все где? Свет, 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 папу. Я думала, вы забыли погасить. Ты что, их будешь стирать, да? Да. Да надо домой. То есть нет. Ты уже их постирал? Тогда намыли мои ручки. Да. Ну вот ручки протяни сюда. Да я не умею. Как ты знаешь, детей моешь? А, да, у меня детей-то нет. Нет у меня детей. Ну где же они? Ну вообще нет. Как же нет? Где же? Ну нет, нет. А вот у нас тут носик есть. Понимаешь, он испортился. Нет, он поправился. Закручим, закручим, а дом утонет. Я тебе говорил, что он испорчен. Какие тут лужи. Давай-ка я тебя на руки возьму. А то ты ножки промочишь.
Евгений Семенович, простите. Я не знала, что вы там принимаете ванну. Ничего, пожалуйста. Это ваша? Нет. Вы понимаете, мне ее подкинули. Подкинули? Да-да. Уверяю вас. Уверяю вас. Позвонили в звонок и оставили ребенка перед дверью. Я спрашиваю, ты чья? Ага, она говорит, ваша. Ее так научили, наверное. Наверное. Что я буду с ней делать? Идем, идем, идем. Ну давай, давай, идем. Ну вот и видите. Да нет, нет, сюда. Это твой дом? Да-да, мой, мой. Ну тогда давай садись. Так нет, ты не беспокойся, я... Сейчас я тебя вытеру. Вот, спасибо. А то ты простудишься. Спасибо. Ты кто? Я геолог. Ты куклы клеишь? Да, то есть нет. Видите, геология, она включает в себя целый ряд дисциплин. А что это дисциплин? А, понимаешь, вот мы, геологи, мы изучаем основные подразделения толщ, которые слагают земную кору. Понятно. Ничего тебе не понятно, как ты мой дорогой. А что это у вас там? Вот камешки, вот там как раз геология. Ну вот пойди, посмотри. Там у меня все. Ой, какие хорошенькие камушки. А вот из этих я буду домик строить. А вот из этих буду прыгать. Ой, ой, отдай мне, пожалуйста, полевой шпат. Дай. Он мне самой нужен. Ну да, мне... Ой, нет, нет. Да, не. Вот что, я тебе картинки, что ли, покажу. Вот, пойдем. У меня журнал. Вон. Видишь? Вот. Вот, дядя на коне. Дядя Ворошилов. Правильно. Какая ты умница. Правильно. Видишь, Клим Ворошилов. Вот. Климентов. Белый Ворошилов всех врагов победил. Ему за это лошадь подарили. Ох ты мне. Правильно, ну-ну. Я его сама видела. Где ты его видела? На крыше. 1 мая. Его портрет. До самого неба. Ну, что же мы с тобой делать-то будем, а? Играть. Во что? Мы веселые ребята. Слушай, я не умею. Это легкое. А? Я тебя сейчас научу. Сиди, пой корм. Мы веселые ребята. Проживем всех не зря. И зовут нас октябрята. Честь победа октября. Что ж ты не поешь? Пой, пой. Хорошо, погромче. Ну, я... Мы веселые ребята. Короче, мотив не улавливает. Может, повыше? Сейчас. Мы веселые. Да, ну, получается. Может, кошки-мышки лучше играем, а? Нет, баба сеет горох. Я не умею в горох. Я не знаю. Ну, ничего. Пойдем, я тебя не учу. Ну, давай. Баба сеяла горох. Прыг, прыг, скоп, прыг, скоп. Ну, пошли. Нет, тебе можно. Обвалился потолок. Прыг, скоп, прыг, скоп. Баба шла, шла, шла. Пирожок нашла. Села, 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 села. Поела. Жить не надо. Ну, да, это я перепутал. А? И опять. Пошла. Так. Баба встала на мысок. Баба встала на мысок, а потом на пятку. Встала русского плеча, а потом плеча. Ну, да.
Сейчас. Можно? Нельзя. Нельзя. Куда, не пущу. Ну. Стой. Давай дальше. Вот, честное слово, я не могу, я устал, ножки у меня болят. Давай вот сейчас я покормлю. А? Выучи. Все, я все помню. Баб сел на песок, все. Баб сел на мысок. На мою пятку, все, я тебе потом. Ну, пойдем. Что же мне дать тебе поесть, а? У меня, по-моему... А! Вот, крабы. Прекрасно. Сейчас мы тебе сюда. Видите ли, пришел счет за электричество. Здрасте. Здравствуй, дедушка. Вот, чудная девчушечка. Здравствуй, девчушечка, ты моя ведьма. Чудная. Спасибо. Спасибо. Евгений Семенович, ага. Ну, почему бы вам... На самом деле не взять ее себя. Ну, понимаете, человек штука? Вы одинокий. Ну, зарабатываете хорошо. Да, ну, что я буду с ней делать? Ну, Евгений Семенович, вместе что-нибудь придумаем. Ну, что это она там ест? А, тут, знаете, все у нас... Маринованные огурцы. Замечательно. Евгений Семенович, разве это можно? Дети этого не едят. Но... И я. Вы хотите отравить ребенка? Мой ребенок, чем хочу, тем и кормлю. И позвольте. Я... Откуда же это ваш ребенок? Может быть, я его себе возьму? Что? Да-да. Где же девочка, где же ты, моя дорогая? А завтра? Завтра мы с тобой... Зоологический сад. Пойдем. Не соси пальчик, девочка, нехорошо. Я категорически прошу не вмешиваться в моего ребенка. Соси пальчик, девочка. Соси меня на здоровье. Нет. Теперь-то мне все ясно. Я просто обязана отнять у вас с ребенком. Виноват. Я домой хочу. Не бойся, не бойся. Не отдам. Вот. Ну? Я... Как зубной врач вам заявляю. Что вы мне заявляете? Что вы понятия не имеете, как с детьми обращаться. Имею, уже имею. Знаете ли вы, например, что если вот кошка так махнет хвостом, то вот на этот вот хлеб сядет в среднем до 3 миллиардов микробов. Не сядь. Кисенька, помаши хвостиком. Ага, ничего не села. Сядет, не сядь. А вот вы говорите... Что я говорю? Я вам категорически не заявляю, что мой ребенок здоров. Мне известно. Я категорически прошу в него не вмешивать. Но я как врач. А если мне понравится врач, так я обращусь к врачу. Девочку в клетчатом платье? Нет, не видал. Не видали девочку маленькую? Нет, не видала. Где же она? Лиза. Лизенька. Лиза. Ой. Что с тобой, девочка? Девочка, ты не ушиблась? Маша, ты что, была совсем одна? Что вы делаете, чемодан? Жива! Машина какая-то! Как я переволновалась! Успокойся, девочка! Отпусти такую крошку одну! Не плачь! Ты что за сестрой не смотришь, а?
Я и вовсе не сестра. Я ее не знаю совсем. Но я могу ее отвезти домой. Где ты живешь, девочка? Я отведу тебя домой. Квартира 6, звоните 2 раза. Она, а какая улица? Я еще ее не выучила. Нужно отвезти ее в 7-е отделение милиции. Оно как раз рядом. Муля, Муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась. Ага. Я отведу ее в 7-е отделение милиции. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Пошли. Муля, держи зонтик, не потеряйся. Пошли. Товарищ милиционер, что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете. Безобразие. Пожалуйста, запишите номер 3846. Слышите? И чтобы его очень оштрафовали. Муля, за мной. Муля, дай руку. Руку. Дудеть надо, дудеть. Слышите? Безобразие. Муля, дай руку. Мы домой едем. Домой, девочка, домой. Возмутительно позволять маленькому ребенку одному бегать по мостовой среди такого транспорта. Кто тебя одну пустил на улицу, девочка? У меня очень шнурки развязались. Муля, отойди. Она не хочет про тебя рассказывать, она тебя боится. Почему? Муля, отойди. Кто пустил тебя одну на улицу, девочка? Муля, Муля, все узнала. Она мне все рассказала. Ужас, ее кто-то колотит. Ей грозили оторвать голову. Да-да, оторвать голову. Да-да, оторвать. Перестань читать журналы, здесь не читальня. Да-да, читальня. Брось журналы. В общем, Муля, завтра суд. Какой суд? Народный. Ты подаешь в суд на ее родителей за истязание младенца. Даля, мы же ведем эту девочку в милицию. Никакой милиции. Она едет с нами на дачу. Что ты говоришь, Даля? Мы должны отвезти эту девочку в милицию. Ни за что. Чтобы она опять попала к родителям, которые ее истязают, ни за что. Даля, в милиции все разберут. Мы не имеем права. Имеем. Я уже сама все разобрала. В общем, Муля, завтра ты будешь судиться. Постой. Постой. Спросим девочку. Пусть она сама скажет. Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На дачу. Вот видишь, на дачу. Сейчас пойдем купим ей сухое платьице и поедем на дачу. Даля, этого делать нельзя. Уверяю тебя. Даля... Тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Даля, могут арестовать. Пожалуйста, поступай как хочешь. Даля. Перестань на меня кричать. Хорошо. Отведем ее в милицию, раз у тебя нет сердца. Ты ж всегда поступаешь, как ты хочешь. Ты ж всю жизнь меня терроризируешь. И этот человек клялся носить меня на руках. Даля. Уйди, зверь. Нет, нет, завтра же я уеду к маме навсегда. Папа, приезжай сегодня вовремя, не опаздывай. А то мы опять не уедем. Зачем болеть, зачем вы с вами надо в милицию звонить, у меня сестра? Да, ну да, да. Какая сестра? Разве у тебя есть сестра? Да есть маленькая сестра. Ну, сначала же монету опустить. А, монету? Да. А где она была утро? Она гуляла, а потом пропала. Пропала? Куда же она могла деваться? Да я сам ничего не понимаю. Спрашиваю на какой бульвар. Не видали девочку? Не видали девочку? Где что-то платье серое платили? Кто-нибудь? Я ее видела. Где? Говори скорее. Она чуть не попала под машину. Неправда. Не может быть. Ее только что побили в 7-е отделение милиции. Бежим скорее туда. Товарищ начальник. Имею ли я право усыновить девочку? Подкидыша. Мне ее подкинули. Не имеете. Нужно сначала знать, как обращаться.
особыми, а затем уже брать на воспитание детей. Будьте, товарищи, любезны. Дело. А дело в том, что она зубной врач, а не консультант. Ну, я как зубной врач вам заявляю. Что мне заявляете? Вы понятия не имеете, как с детьми обращаться. Имею, уже имею. Точно. Если мне понадобится врач, то я обращусь в детскую консультацию, а не к зубному врачу. Ну, правильно. Я совершенно не обязан с ней считать. Я вполне могу усыновить девочку. Я, понимаете, общественник. Я член профсоюза. Я, понимаете, у меня, понимаете, домоуправление. Товарищи, убедительно вас прошу. Объясните мне, пожалуйста, то, как к вам попала девочка? Неизвестно. Товарищ начальник, дело в том, что... Понимаете, ну, я же вам объясняю. Мне подкинули. Одну минуточку. Товарищ начальник, вот этот мальчик говорит, что он ищет какую-то девочку. Он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал. Хорошее дело! Он же меня усю разогнал. Бегает, видать, со своим бульдогом. Вообще-то, во-первых, не бульдог, а овча. Все равно не имеете права, вы понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит. Вы не кричите на мою собаку. На нее до 6 месяцев кричать нельзя. Она нервная будет. Поганая она, ваша собака. Вы понимаете или нет? Вы мне все нервы истрепали. Грязная, поганая собака. Гражданка. Смотрите, пожалуйста, на руках не держит. В чем дело-то, гражданка? В чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Все время лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал. Я ему говорю. Ну, хорошо, хорошо. Я вас прошу успокоиться. Подойдите сюда. Ну, не представьтесь. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Подойдите сюда. Вас что, собака покусала? Мне не покусала. Ну, что же я бы допустила, чтобы меня собака кусала? Ну, а что же, она вам платье порвала? Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она мне порвала платье, я бы сама бы ее на куски порвала. Ну, так для чего же вы сюда пришли? Ну, вы же поймите, что никто не хочет идти, им некогда. Свидетели, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не плачено по безналичному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, вы все в мусоре. Ну, хорошо, я ушла. Гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны. Да не свободна я, ну когда же я свободна? Я же после выходная выходного. Вы знаете, после выходного, вы представьте себе. А сегодня мы дежурство исполняем. Я, вы знаете, все, вы знаете, честно поставила тебе. Хорошее дело. Кто же за мои нервы меня отвечает? Пройдемте, гражданка. Вы знаете, сметану теперь, вы знаете, когда я достану. Ну, 4 часа мне нужно было обед. Зачем вы мне сказали, что вы едете? Ну, в чем дело, мальчик? Да, чего ее отпустили, а меня нет, да. И не кричи, ты уж большой. Ты зачем это детей пугал? Это они мою собаку пугали. Она еще маленькая, она может нюх потерять. А няньки как на нее начали кричать. Она будет на границе работать. Они на нее кричат. Я обещал найти Юрия обязательно. Ну ладно, не реви, не реви. А кого найти? Няньку, что ли? Да нет, сестру, Наташку. Ну а кто такой Юра? Юра, это мой товарищ. Он спасательная команда, утопающий. Утопающий? Ну да, прямо за волосы. Мы его сегодня выбрали. Да, сейчас. Юрка! Алёшка, видишь, из-за тебя мою собаку в милицию забрали. Ты понимаешь, я до сих пор не могу найти Наташку. Я не понимаю, когда же вы в конце концов моим делом займёте? Пожалуйста. Вот еще одно заявление о пропавшей девочке. Да, это моя сестренка. Что, еще одна девочка пропала? Да. Что это за день такой сегодня? Товарищи, прошу всех сесть и отвечать только на мои вопросы. Это тебя зовут, Юра? Да, да. У тебя пропала сестра? Да, сестра. Ее убили с улицы двое неизвестных. Да, мы ее сама видели. Они сказали, что... Да, они сказали, что полиция... Только нет, подождите. Вы говорите по очереди, а то я не пойму ничего. Мы думаем, что это от нас писали, знаешь, что... А ее так нет, сказали, что вы ее найдете. Ну, не волнуйтесь, сейчас все разберем. Сколько ей лет? Ей 5 лет. А в чем она одета? Клеточки, платье, серые ботинки. С косичками. Леночки еще. В клеточном платье, в сереньких ботиночках? Да. Да-да. Так это, вероятно, та девочка, которая пропала из детского сада. Что с какого детского сада? Позвольте. Это же моя девочка. В клетчато. Я не понимаю. Нет, это моя сестра. Нет. Ну так вот и прекрасно. Значит, девочка обнаружена. Ну, вам придется вашего подкидыша отдать родным. Я не понимаю, как?
Как я могу ее вернуть, когда я ее сам ищу? Она пропала сразу, ушла одна. Простите, бедный Иван. Так значит, у вас ее нету? Ну, конечно, нет, я потому к вам пришел. Слыхал? Удивительная девочка. Пропала сразу из четырех мест. Ну вот что, ты позвони во все отделения милиции, прилегающие к седьмому, и выясни, нет ли девочки там. Ну, вас мы известим о результатах поиска. Вы оставьте номер телефона. Сейчас. Вот усыновить девочку вам не придется, поскольку у нее есть более близкие люди. До свидания, товарищ. А как же? Так? До свидания, товарищ. Да? Всего хорошего, товарищ. Спасибо. Нет, ничего, не беспокойтесь. Да нет, я не беспокоюсь. А я была уверена, что вам ее не дадут. В чем вы были уверены? В том, что вы хотели взять девочку себе. Да ничего я не хотел. Ну, неизвестно. Мне известно. Мне тоже известно. Ну, рассказывайте подробно, что там у вас было. Я шла по улице, а она с кошкой... Нет, ты мне спокойно расскажи. Я шла... Где? По улице, а она с кошкой. Я смотрю, а кошка на дорогу, а девочка за ней. Подожди. И упала. А кто упала? Девочка. Я бросилась, а одна высокая гражданка говорит, мы ее сами отведем в седьмое отделение. Сами в седьмое отделение? Я не знала, что она Юрина сестра. Не знала? Я у Юры первый раз дома была. Ну вот очень хорошо. Ну, как девочка попала на улицу? Не знаю. Она сама ушла. Что же она такая непослушная у вас? Нет. Я пошел купить ей ветчины, а она ушла. А что, тебя долго не было? Нет, я на минутку. Ну, а все время сестра была с тобой? С утра-то где она была? Да, она была со мной. Что ты, Юра, с утра ее уже не было. Вот видишь, не было. Тогда шарик. Да. Ну да, никого не было. Ревела какая-то соседская девчонка. Ну какая же девочка плакала, Юра? Никакая девочка не плакала. Ну, показала все. Наши соседи, даже детей-то никаких нету. Юра, там девочка плакала, ты сказал соседская. Плакала Наташа, твоя сестра. Почему же она плакала, Юра? Чего ж ты молчишь? Я не нянька, девчонка. Товарищ начальник, справлялся во всех отделениях, примыкающих к седьмому району. Девочки нигде нет. Вот видишь? Ну-ка, поди сюда. Да. Вот что, товарищ Сергей, отправляйся-ка с ними на место ее встречи с пропавшей девочкой. Да, на улицу Горького. Вот-вот, на улицу Горького. Необходимо следы найти. До свидания, Юра. Вот тут, за углом. Она такая высокая, а он небольшой с покупками. Ну как же мы теперь найдем? Ведь в Москве так много народу. Ничего, а мы всех вас спросим и найдем. А ну-ка, пошли. Здравствуйте. Ну как насчет девочки, о которой я вам говорил? Девочка? Пока нет. Нет. Ничего. Найдем. Найдем. Стакан воды без сиропа. Не войну я, гражданин! Не, не могу, поймите, там девочка маленькая идет, мне догнать надо. Пока ему ноги мать и нас кроет. Ну, пойми, ну, давай.
Перестань курить, Муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, Муля, брось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасечка, ты будешь спать на дяде Мулиной для варки. Муля, я тебя на террасе повешу в гамак. Ночевать будешь в гамаке. Скоро, доча. Устала. Устала маленькая, Муля, она устала. Возьми девочку на руки. Лялечка, я... Муля! Тебе зерка маленькая. Сейчас дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом. Лялечка, я тебя прошу, вернемся назад, отведем девочку в милицию. Муля, не нервируй меня. Дайте, пожалуйста, девочке воды. И весь сиропом за 20 за 30. За 20 красной краской. Осторожней, пожалуйста. Аккуратней. Дайте мне тоже, пожалуйста, воды. Муля, тебе вредно много жидкости. С клюквенным, пожалуйста. Меньше пены. С вишневым, пожалуйста. Меньше пены. Ух, еще раз клюквенным. Хочешь пить? Водочки кататься. Маленькие мои цветочки. У нас там цветочки. Муля, расскажи девочке, какие у нас цветочки. Зеленый. А черви там есть? Да-да, есть. А что они едят? Мух. Землю. Червяков. А не второе что? Все. Лялечка. Отведем ее назад. Муля, не нервируй меня. С ребенком без очереди. Муля, сюда. Да, 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 я здесь. Граждане, давайте останемся. Где же он? Граждане, не знаю, говорю вам. Вы имейте в виду, что я все слышу, что вы говорите. Понимаете? И, пожалуйста, успокойтесь. Вы меня не учите, когда мне дежурство исполнять. Я сама уже знаю. Вы... Мы с папой нарочно приехали. Папа сам хотел поговорить с Юрой. А я вам объясняю, вы понимаете или нет, что я сама не знаю. Меня же не было. Я же только уже пришла. Меня дома не было. Я была, вы знаете, у милиции была по важному делу.
Представляете, сколько времени пришло? Никого нету. Главное дело, Наташку, меня кормить нужно, а ее нету. Разве так можно делать? А потом сами будут обижаться, что ребенок у меня некормленный. Куда они Наташку задевали? Такая ерунда с ребенком получается. А как будто бы я, вы знаете, Раш, вы же сами никогда огонь не гасите, если хотите знать. Вы меня простите, пожалуйста, из-за ваших утюгов все пробки перегорают каждый раз. Как будто бы вы понимаете. Значит, девочки нет дома. Учить. А где Юра? Враженье, что вы меня уже спрашиваете? Иди, иди. Что я должна отвечать? А может быть, вы жулики? Хорошее дело. У нас вот так вот как раз у 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились, а пианино нету. Что вы, какое пианино? Это же мой папа. Нам просто очень нужен Юра. Ну же я вам объясняю, говорю вам. Нету, Юры дома нету. Я даже зашла сама, никого же не было. Записка у дверях висит. Я весь знаю, на дайте мне эту записку. Был бы дома, чтобы разве я вам... Дайте мне эту записку. Вы как будто бы не верите ей, Бога. Мне смешно, вы представьте себе, что я вас буду обманывать. Записка, вот вам, вам записка возьмите, пожалуйста. Вы сами людей обманываете, чтобы он здесь был, и говорите с ним до вечера. Мама, я не могу оставаться дома. Я не вернусь, пока не разыщу свою сестру, твой бывший сын Юра. О деньгах не беспокойся, я их заработаю. Неплохая коллекция. Еще Тригон собирал. Вот тут вот Лапины вот по видной марке есть. А сколько вы мне за нее дадите? Мальчик, а это твоя коллекция? А то чья же? Вот тут вот мой телефон и адрес есть. Хорошо. Зайди дня через 2-3. Нет, мне сейчас надо. Одну минуточку, сейчас. Скажите, пожалуйста, какой ваш телефон? И наши? Да-да. Наш телефон, у нас, вы знаете, был это есть, потом нас заключили, переключили на эту, на крутилку такую. Вы возьмите так трубку, когда покрутите, как вам в ухо загудит, так и набирайте, какой вы хотите номер. Нет, я спрашиваю, какой номер вашего телефона? Ну я же вам объясняю, я же объясняю вам. Вы возьмете АТС, АТС КЕП, 375-46-01. Нет, 01 со старого телефона. 375-46-КЕП. 375-46. Нет, нет, не отец. А в чем дело? Так? Так? Ага. Продает коллекцию. Слушайте. Вы не отпускайте его, я сейчас за ним приеду. Да. Юра твой. Очень интересно.
А как в нее играть? Там все написано в объяснении. Трое играющих берут четыре фишки. Причем пятый игрок все время выкидывает. После того, как лиса оказывается съеденной, она делает четыре хода назад. Да, понятно, только это мне не подходит. Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, пожалуйста. Рус 30. А еще что? Вот дудочка, дудочка, дайте дудочку. 2,54 платить. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Вот это именно то, что мне надо. Как только поезд подойдет к платформе, вы берете девочку на руки, и она преподносит цветы футболистам. Понятно? Понятно. А где же девочка? Где девочка, которая должна преподнести? Вот девочка. Ах, это ты. Это я. Ух ты, какая хорошая. А, граждане, пропустите. Пропустите, граждане. Ну, пойдем. Пойдем скорее. Нет, мама останется. Ивочка, ну, пойдем скорее. Ну, пустите нас. Пустите нас, ну, пожалуйста, ну, пустите, ну, пожалуйста. Как что? Как что? Моя девочка должна преподносить цветы футболистам? Ее выдвинули на трех собраниях в одаренные дети, понимаете? Нехорошо. Дочка пропала, сын сбежал. Вот мама обрадуется. Слушай, Юра, тебе надо быть сейчас дома. Нет, нет. Непременно, непременно. Нет, нет. Мама каждую минуту может вернуться. Надо ее поддержать, сказать, что нет, Наташу нет, ищут. Нет. Но Юра, Юра. Наташа, это ну, Муля, Наташа. Наташа, дяденька, дяденька, вы не видали тут такая маленькая, маленькая девочка? Что ты, какой Наташа. Девочка? Наташа. Кошечка моя, мы найдем другую деточку. Нет, Муля, нет. Такую не найдем. Слушай, товарищ, не надо. Вы не видали здесь высокую женщину с такой маленькой девочкой? Нет, такой не видал. Неужели уехал? Книводство, журналы, советы, разговоры, ничего. Саша. Смотри, какая подозрительная физиономия. Муля, я нашла вора. Это он украл нашего ребенка. Задержи его. Одну минуточку. Одну минуточку. А? Я вас должен задержать, молодой человек. Вот мой профбилет. Я что-то не понимаю, в чем дело? Муля! Ляля, не сдерживайся! Я из вас могу сделать все, что вы захотите, молодой человек! Он из вас сделает все, что вы хотите! Да-да! Я вас поведу, мы вам покажем, как воровать чужие вещи! Стойте, граждане! Вы мне лучше скажите, куда вы девали девочку? Я сотрудник группы розыска. С вами была девочка, где она? Мы ее временно потеряли. Так. Сюда приехали футболисты, ну и... Понимаете? Я пошла покупать ей игрушку. Так. Вот эту дудочку. В это время приехал какой-то Спартак. А что, футболист? Да. И, понимаете, я пришла, Муля стоит, а девочки нет. Спасибо. Пожалуйста, разыщите ее хорошенечко. Муля. Что ты сделал, Муля? Теперь, когда у нас наконец появился ребенок, ты потерял его. Я так не привязалась.
Нета. Нета. Возьмите меня обратно. Юра. Вот! Юра! Вот она! Это она, это что она! Это она, Наташка! Наташка, я ее сразу заметил! Да нет, ты ошибся, это девочка это моя сестра, в белом Наташа. Платье, он не в плеч. Надо догнать, это я вас она. Очень прошу, но... это Наташка, Наташка! Я ее сразу узнала! Остановите машину! Сережа, надо будет догнать ту машину. Так. Успокойтесь, сейчас догоним. Скорее, скорее! Да садите же! Где он живет. Юра, ну куда же товарищ, ты? Сейчас сюда приезжал футболист. Ага, футболист сюда приезжал. Чего? Футболист приезжал. Футболист я приезжал. Дайте отдохнуть, человек. Так, приходите. Не туда мужу, девочка с ним была. Он на каком этаже живет? Куда он ее девал? Ах, девочку. Девочку увезли. Кто увез? Куда увезли? Куда увезли? Кто ее знает куда? Скажите, товарищ, кто ее увез? Какой-то мужчина приезжал за ней. Такси. Да. Юра, может, это твой папа? Какой мужчина? Да, полненький такой. Нет, нет, это не папа. А какая машина? Эмочка светленькая, вот только что отъехали. Юра, Нина, куда вы? В машину скорее. Нельзя же. Откройте! Там моя сестра Наташа! Наташа, Наташа! Наташа? Да-да, Наташа! Сейчас. Меня? Юра, стой, куда ты? Ну, возьми себя в руки. Ну, успокойся. Куда? Куда ты? Надо ехать к вам домой. Ну, что ты так волнуешься? Сейчас вернется твоя мама, надо ее успокоить. Папа все знает. Нет, идем, идем. Сейчас приедем и все расскажем. Поедем, Юра. К нему домой. Простите, пожалуйста, что мы так врываем. Пожалуйста, пожалуйста, я Наташа. Очень рада. Наташа!
Наташа! Это вы ее увезли из квартиры капитана футбольной команды? Да. Целый день за ней гонялся. Наконец нашел ее. У! Все таких часиков нет? Нет. Это настоящие часы? Конечно. Папа, половина восьмого. Половина восьмого? Что ты? Ну вот. Сегодня мы опоздали из-за твоих важных дел. Нет. До свидания. До свидания. Подарю полевой шпат.